Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня я вам покажу один ужасный ужас. В дворовой территории, недалеко от работы, я обнаружил вот такой вот куст берючины с невероятно сильным повреждением цикадкой. Вот посмотрите, что это за зверь. Вот такие вот насекомые с крылышками. Личиночки их здесь же. Повреждения очень, конечно, сильные, очень мощные. Они разбегаются, могут летать немножечко, когда их беспокоишь. Они вот превращают растение вот в такой вот вид, в такое ужасное состояние. С ними надо, конечно, бороться. И бороться надо инсектицидными препаратами. Это декоративное растение, не пищевое. Соответственно, в принципе, можно использовать и инсектициды. Если это не сделать своевременно, то вот изгородь может превратиться вот в такой ужас неприятный. А на пищевых растениях, конечно, надо использовать более какие-то щадящие методы. Среди этих методов есть один довольно рискованный, если его применить неправильно, но в то же время эффективный, мы о нем говорили, это использование живичного скипидара или масла терпентинового. Необходимо сделать раствор, развести и обработать. Цикадка чем опасна, особенно для овощных растений? Она является переносчиком многих заболеваний, вирусных, а также столбура, который микоплазменный. Это не вирусное, не бактериальное, не грибное, а вызывается специфическими такими паразитами растений. Вот сейчас будем делать раствор, обрабатывать и смотреть, что у нас получилось. Для приготовления раствора я беру 250 мл воды с мылом и вот такое вот терпентинное масло. Ну, в сущности, это живичный скипидар. Надо опасаться подделок, потому что иногда в строительных магазинах вместо живичного скипидара могут какой-нибудь продать растворитель. И вот я делаю очень экстремально концентрированный раствор. Я на 250 мл воды заливаю аж 50 мл скипидара. Это то же самое, что на ведро воды влить 2 литра скипидара. Сейчас это я взболтаю как следует и пойду опрыскивать. После взбалтывания у меня получилась вот такая вот непрозрачная эмульсия. Скипидар сэмульгировался с водным мыльным раствором. Это то, что нам и надо. И сейчас я начну равномерненько так вот опрыскивать куст снизу, сверху, со всех сторон. Смотрите, как цикадки эти разлетаются в разные стороны. Просто какой-то ужас и кошмар. Вот я пол куста опрыскаю, обработаю и посмотрим, что получится. Что ж, прошло 3 дня с момента обработки. И вот давайте посмотрим, что у нас здесь есть. На листиках есть остатки чешуек, но вот насекомых нету. Я бы даже сказал, что совсем нету. Чешуйки эти вот немножко отряхиваются, но живых цикадок я здесь не обнаруживаю. В то же время, если перейти чуть-чуть в сторону и посмотреть на растения, которые не обрабатывались, о, все, уже аж на лоб полетели, уже летят вовсю. Эти, вот они, эти гады, вот они тут сидят, живые и здоровые. Каких-либо повреждений у этих растений, несмотря на то, что большая доза была, нету. Вот здесь вот разве что немножечко на верхушке, вот очень молодой листик, немножечко прижух. Вот, все-таки доза 2 литра скипидара на ведро воды, это очень большая доза, ну, поэтому молоденькие листики могут повреждаться. Но обычная рекомендуемая доза, это порядка литр-полтора на ведро воды. Давайте посмотрим, что у нас наблюдается через 2 недели после обработки. Ну вот, цикадок как не было, так и нет здесь. Смотрите, вот здесь вот на верхушках
наблюдается отрастание, что, в общем-то, уже очень хороший признак, что растение оправилось от повреждения и начинает даже и отрастать, оживать. Немножко дождиков, и оно придет более-менее в порядок. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!